пустил не в хату вашу. Черно. Негритоска, блядь, черно. Хил не в хату вошел сразу, все загадки выучил, но нарочно ошибался, выбирал не вилочку. Блядь, кстати, а реально же Хилми, получается, в мужской тюрьме сидит, да? То есть он, его посадили в СИЗО, или где он там сейчас сидит, его же по-любому посадили по паспорту. Привет, брательник. Срочная новость. CSGO Run сошел с ума и раздает бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом переходи в Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины, не выходя из Telegram. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на CSGO Run. Опретили иноагентам теперь всю рекламу. Наконец-то Дудь продаст свое очко и маму. С пацанами ходим в баню и болеем за Спартак. Там в парилке хазиева друг другу делали клик-клак. Алишеру въезд закрыли, плакали Дубаи. Он не сможет стул понюхать у своей Дилары. Пропердело кресло дома в Дубаях Дилара. Мне нравится, что никто не лижет жопу бустеру. Мне очень это нравится. Я посмотрел моментами вот это вот интервью бустера с впиской, и я понял, что вот он на себе очень мнение такого, что все должны почему-то, как будто он... Ну вот я на него смотрю, слушаю его, и как будто бы вот он считает, надеюсь, что ему все должны, потому что он такой хороший в интернете, он такой вообще правильный, у него тяжелое расставание было, и сейчас у него девушка вот такая вот, и его нельзя трогать, вы чего? Вообще-то каждая личность — это личность, к девушкам так относиться нельзя, вот надо так... Бля, такое вообще, вот он... Я уверен, я почему-то вот супер уверен, то, что вот эти вот типы, вот типа Бустера, Эвелона, они, когда встречаются вместе, они упарываются пиздец чем-то нахуй. Просто это не скрывается. Вот такие латентные наркоманы, блядь. Я вот убежден, что они по-любому сидят, ну, точат, блядь, точно нахуй коку, блядь, в десна. Я не знаю, но прям по ним видишь, блядь, это все. Чувствуешь этот вайб. Вот они настолько хотят показаться хорошими, значит, в реальной жизни там, скорее всего, пиздец. Стал очень довольным сразу Бустеренко Слава. Мне Мустрой закинул сотку за привет от футболиста. Пусть оплатит лям Иисусу, папа воскресится. Симонов Серега топит за добро и позитив. Обоссался, обосрался, тетя Вика, забери. Ивангай сошел с ума от своих наркотиков. Больше про него сказать мне нечего тут вроде бы. Утыл пила Гарри Джопа, когда рядом Бургер Кинг. Геморрой из жопы вылез, он размером как плавник. Опа, опа, беременна в 16. Че из нее вылезает, просто ж поебался. Черно вообще залетает на ура. Бусера затрахал весь наш стримерский клоповник. И на прибавка плюс один полковник. Баста в лес гулять не ходит, там гуляют ежики. После 90-х и вот триггеры от иголочки. К нам Киркоров в гости ехал, дверь была закрыта. Через черный вход влетел, сбылась мечта Филиппа. Света Солар на стриме нам показала что-то. Охуенно быть девчонкой с майонезной жопой. Бля, ну вот это круто. То есть, бля, ну и почему тут нельзя сказать что-то гадости про меня тоже где-то? Ну, прошу прощения, да, мы все общались, все иногда общаемся, видимся, да. Ну вот про Свету Солар, которую, бля... А, это именно всех, кого ненавидят, да, я так понимаю, кого не любят, про них все, скажем. А, ну, нет, тогда лучше нахуй, да. Не, лучше про меня ничего. Братишки, нейросеть? А, это не настоящий брат? На пушке. Но ведет себя, да, как будто его приклеили, блядь, и смоделировали. У него движения неестественные. Либо он очень сильно комплексует по поводу себя. Утром мы гуляли натощак, слышу крики, там медведь. Какие мне частушки нравятся, но вот частый секс мне нравится. Тебе твачко, Ксюшу Собчак. Лёша кореш, сука, нытик, это все по фактам. Сам себе гараж обчистил, сам потом заплакал. Это факты, кстати, нет, это прикольно. Это я всегда говорил, что Лёша кореш нытик, блядь. Depression мод у него постоянно, холерик, блядь. Пиздец. Оп! Бегал за девочкой, теперь её молодой платоха. Молодой платоха, блядь, еще. Это косюр, пиздец. Я все прекрасно понимаю, что там, ну, все находят, наверное, когда
ты работаешь в одной сфере, ты с этой сферы деятельности себе и находишь, то есть, да, девушку, то есть по интересам, наверное, люди выбирают. Но вот как, ну, вот я вот как обыватель, да, интернета, я смотрю, думаю, ебать, у вас там круговорот, блядь, поебушек, все вот так вот с друг другом по очереди хуярятся, там, в принципе, микс, если кто-то, блядь, уже у кого-то дети, там, хуй ты поймешь, от кого, там, Эвелоны, Бустеры, блядь, там, Молодой Платон и прочее, там, ну, это ужас, блядь. Ну, скорее всего, в реальной жизни, на самом деле, на, ну, работа, которая не связана с интернетом, то есть ты работаешь, там, не знаю, в IT, да, ты с IT себе кого-то и находишь. Ну, мне так кажется, то есть, типа, ты чем занимаешься, ну, как-то, знаете, в школе учишься со школы, там, или с другой школы, то есть ты находишь, там, себе девушку, там, также, там, с колледжа. Я думаю, у многих такая хуйня была, что пары находились именно, ну, с той сферы, чем ты занимаешься. Потом ты просто выпускаешь, и ты особо нигде не тусуешься, ты работаешь на работе, и там где-то знакомишься. Также и стримеры, ну, просто это выглядит, я не говорю, что это хуёво, просто это выглядит пиздец, такой думаешь, блядь, подождите, а её же ебал этот. А, подождите, а вот, вот, и вот этот круговорот. Бля, это тоже, знаете, вот формулировка «а ее ебал» как вещи какой-то, да, сексистская хуйня. Это получается, я сексист, да, то есть я феминист и сексист. То есть я якобы не уважаю женские интересы. Нет, я вам так скажу, уважаю. Все их интересы связаны с моим хуем, чаще всего. Генсуха с Десаутом строго, потом с Эвелоном, сейчас с Токсисом. Токсис это друг просто. То есть она, по-видимому, поняла, что уже не надо называть всех парнями, а то, ну, уже пиздец какой-то происходит. Опа! Нет, они ебутся, она призналась. Бля, это вообще пиздец. Бро, ты ебешься? Бро, кого ты из стримерш ебал? Срослась пизда и жопа. Здесь во мне Америка, и здесь во мне. Бля, сейчас досмотрим, я просто распизжусь, что-то распиздился немножко, поток мысли идет. Короче, я вообще сейчас так понял. Ну вот я. Как бы вам так сказать, вот теоретически, да, теоретически. Вы стример, ты, лично ты стример, стримишь. На Твиче у тебя 10к онлайна стабильно. Ты же понимаешь, что ты вообще, ты вот заходишь в раздел Just Chatting, как на панель. Ну, без шуток говорю. Я не буду обобщать, там, да, бла-бла-бла, мафани не все такие и прочая залупа, блять, пошли нахуй. Короче, 80% случаев ты заходишь вот так вот просто пальцем. Так, рыжая, блондинка, у этой сиськи большие, у этой тоже, у этой нет, у этой жопа, вот это. И ты вот так вот сидишь, так думаешь, блядь, на кого нахуй? Бам! И я говорю вам, чуваки, реально, 80% случаев, что любая просто с тобой погулять, вот даже пусть ты выглядишь как этот, блядь, как его нахуй зовут-то, сука. Ой, из фриков тоже этот, блядь. Сейчас, как его зовут-то? Блядь. Скажите мне, как его, да нет, не Карамзин, Скиллзор, блядь. Я реально, может, чувак хороший, правда. Ну, я думаю, что над ним друзья сами прикалываются в этом же русле. Ну вот, короче, даже если ты вот, ну, короче, ты Скиллзор, у тебя друг Бустер и Эвелон, и у тебя 5к онлайн. Ну, не за это, потому что ты интересный, разумеется. Короче, ты можешь зайти и выбрать любую. Да, скорее всего, ну, потом, даже если отношения завяжутся, она просто будет держаться поближе, там, к хую Бустера и Эвелона, но с тобой, это у тебя тоже будет регулярный секс, и, ну, красивая девчонка. Вообще, все становитесь стримерами. Поднебесный. Я, да, я скоро как Поднебесный буду. А подарите сейчас месяцок, я сейчас на дрочке, на сушке посижу месяцок, я реально завою, я буду валяться вот так и просить. Прошу, блядь, ну кто-нибудь, блядь, ну дайте мне этот секс. Я просто хочу, меня в жизни интересуют три вещи. Это денюжка, мокрая пися и попка. Ну и желательно вот в этом пункте добавить женское, ну... Пожалуйста, и все нахуй. Больше мне ничего не нужно. Европа. Любой ценой, но бесплатно. У тебя голос как у Инцела, я знаю. Спасибо, Гена. Мистер Биспи. Бля, мы 4 минуты ролик смотрим уже, блядь, минут 10. Мафа там Бустер анонсировал стримерские бои летом. Не хотел бы там ебальники всем начистить? Ну, я так скажу, у меня, короче, ну, уже классика, когда я, ну, вот, один живу, я иду заниматься там всякими единоборствами. Вот сейчас у меня ухо просто заживет еще неделя, короче, мне нужно будет его снять, поменять на кольцо, которое я могу снимать на тренировках. Сейчас мне нельзя снимать пока сережку, но если я не пойду пиздиться. Спасибо.
И, короче, да, я пойду тренироваться, и, в принципе, почему бы нет. Мне нравится драться. Просто надо подтянуться, чтобы, блядь, ну немножко на кадре смотрелось хоть более-менее нормально, блядь. Ехал в Ачинск записать себе видос. Самолет ему насрали и разбили, и басос. К нам пришла весна и стало жить намного слаще. Это вечер, нахуй. И какая-то красотка. Айтипедию банан ебет намного чаще. Наш Никита кологривый парень беспонтовый. Его в жопу отъебали пацаны за слово. У Шамана на концерте фаера и жесткий слэм. Он же за концерт в гей-клубе вместо денег взял интим. Тут частушечка была про Илюшу Мэда, но всем похуй на него. Хесус стример политичный и ему нормально. Завтра нам он разыграет. Давид Чао знал на стриме. Я не понял, что там, какие-то, ну ладно. Что за мой стал попаю. Улетел в Европу хану, сына Виджара. Спасибо, Жандос. А Скиллзор хорошо играет или ему не повезло с ебалом коза родиться? Вот что я написал в чате Скиллзу 2 месяца назад. Он забанил меня. Посмотрел, что подписан на шпану и сказал: понятно. Блять, адекватно? Бро, у Джараха вообще есть фанаты, как думаешь? Ну, я думаю, что... Да не, я думаю, есть. Я видел в ТикТоке, хотя, может, он сам про себя это сделал. Я один ТикТок видел, где типа, о, Джарахов. Но, блин, хуй знает. Как будто бы вот он просто оказался в свое время в нужном месте. Это повезло, удача. Джарахова. Влад Бумага сделал челлендж, ел говно на стриме. В килограммах вышло даже не 2, а 4. Ника Глай не любит колу, это не позор, ведь у него флешбеки из московского СИЗО. Хесу стримит казино, паренек зажрался, говорил, не будет. Бля, ну реально он ведет себя как нейросеть, пиздец, я, ну не веришь ему. Ну чё, обосрался? Скорим пиво, уральские пельмени, а скуфяне рвали жопу в танках на ивенте. Ну, короче, прикольно. Прикольно. Ну, мало я посмеялся, но это, видимо, просто такой развлекательный ролик. Да, я сейчас как риса за творчество сяду и буду разбирать его.